Мы знаем, что врача есть право лечить. Психолог, психология, например, есть у нее тоже право лечить? Психология? Я не знаю, что значит психология. Это не наука. Это то, что люди пока что думают о самих себе и о мире, исходя из своего развития. Развитие меняется год от года, и психология меняется год от года. Но, скажем, Ньютон 300 лет назад раскрыл законы, то и сегодня действуют те же законы. Если мы перенесемся на какую-то другую планету, в какое-то другое место, то там будут другие законы, скажем, Эйнштейн. Развил свои теории не так, как Ньютон, так у него другая методика. Теория относительности. Но психология — это вообще не наука, потому что она строится из отношений человека к жизни, к природе. И мы не понимаем в этом. Нет. Это не считается наукой, это не считается частью науки, потому что исследование в этом, оно не может быть доказательством. Понятно? Поэтому успокойся в этом, и не стоит тебе заниматься этим. Каббалисты презирают психологию полностью, отвергают ее.